Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Дочка Леры Кудрявцева Маша сосредоточенно управляла детской машиной и внимательно следила за дорогой. Телеведущая Лера Кудрявцева – не только популярная и востребованная шоу-вумен, но и заботливая мама. Звезда экрана дважды познала материнство, старшему сыну блондинки от первого брака Жану, уже 30 лет, младшей дочке от союза с Игорем Макаровым Маша, 2 годика. Очень часто звездная мама делится фотографиями и видео с маленькой Машенькой в главной роли, со своими поклонниками. Малышка растет очень красивым и смышленым ребенком, посещает развивающие занятия, ходит на балет и любит музыку. Кроме того, девочка обожает прогулки и зимние забавы, заставляя маму с папой катать ее на ватрушке или качать на качелях. На этот раз Маша выбрала более современный и престижный способ передвижения – автомобиль. Кудрявцева показала, как дочка ловко управляется игрушечным транспортом, сидя за рулем. Малышка сосредоточенно следила за дорогой и крутила руль, как самая настоящая автоледи. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.